Декабрь начинается с добра. Под таким девизом сегодня состоялась ежегодная благотворительная хендмейд-ярмарка, где жители представили на продажу результат своего творчества. Основной товар – это сделанные своими руками вкусные и полезные мелочи для дома. Часть вырученных средств пойдет в помощь 8-летнему Лене Романову, которому с рождения поставлен тяжелый диагноз. Леня – младший сын в семье. В январе в Сеуле ему сделают операцию костного мозга. Организатором ярмарки выступил добровольческий центр «Винил» при первичной профсоюзной организации студентов СВФУ. Такие акции очень важны, чтобы люди не оставались в стороне, чтобы помогали друг другу, потому что каждый человек должен понимать другого человека и поддерживать его. И два раза в год мы такие ярмарки проводим, это весной и зимой. А вот сегодняшняя ярмарка направлена на то, чтобы покупатели покупали, например, подарки на Новый год своим близким, и чтобы они заодно делали доброе дело.